Одесса, 9 октября, 21:42. У нас объявили очередную воздушную тревогу. Сегодня очень много воздушных тревог. Сообщают о том, что с Крыма летят два самолета. Ту-22М3. Ну, чтобы вы понимали, это самолет советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. А также, что самое страшное, он может нести ядерное оружие. Вот такие вот новости. Лучше, конечно, пройти в укрытие. Сейчас на данный момент воздушная тревога почти по всей Украине, кроме западной. Так что лучше пройти в укрытие. Берегите себя, родных и близких.